Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои девочки, я сегодня пришла на 1D18. Я уже этот бутик снимала. Аня зовут. Поэтому, кому интересен этот товар, пожалуйста, девчонки, брюки, толстовки, альпака, водолазки и много других интересных товаров. Поэтому, девочки, по доступным ценам. Кому интересно, пожалуйста, оставайтесь вместе с нами и будем выбирать вместе. Визитку, пожалуйста, звоним, пишем. И Аня постарается вам всем ответить. Отправку сделают в любой город. Ну что? Так, девочки, еще раз покажу визитку. По визитке 1D18 и 1D80. Можете или здесь, или на 1D80. Поэтому, девчонки, заказывай, приобретаем. Здравствуйте, Анюта. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Чай, кофе попила? Чай был в козы, да. Да? Да. Ну все, пора работать. Давай. Давай. Ну что, что ты нам сегодня покажешь? Давай, рассказывай, показывай. Ириски, пожалуйста. Ириски. Так, ну давай свои. Блузки. Размеры. 4. Есть туники, есть кофты. Вот. Розницу, оптовики к тебе на выйдут на WhatsApp. 1600 розница. Размеры? 4 размера. Самый большой с этим сад 2. Так, что еще покажешь? Так, кошечки. Девчонки, обратите внимание, что они с мысиками. Вот кто любит мысики, пожалуйста. Размеры? Самый большой 62. И цена? 1600. Так, давай, что еще нам покажешь? Следующая модель. Размеры? 52 до 58. Это тут и так. 52 до 58. 60 идет. 1500. 1500 тоже. Размеры? Качество хорошее. Это размер 54 до 62 идет. 1500 тоже. Размеры? 54 до 60. 54 до 60. Красивый, модный, хороший. Тоже 1500. 1500? И размеры? 52 до 58, 60. Это туники, копки, все большие. Вот. Модный. 1500. 1500. А, практически одна цена, да? 1500. Размеры? Размер это до 64. До 66, да? 62. 56 до 62. Следующая модель. Размеры? Размер 56 до 62. И цена? 1500. Одна цена. Так, Анют, скажи, пожалуйста, вот у вас блузочки, размеры и цена? До 52 по 62, да? И я смотрю, юбки, и юбочки, да. Можно, да. А юбочки в какую цену? Это 2000, да? А это 1800. А блузочка 1800, спасибо. Следующая модель блузки, размеры? Размер 56 до 62. Следующая шикарная модель. Да, великан. 60-66. 60-66? И цена? 1500. 1500. У нас ее качество хорошее, большое. 1500. Девочки, также хотим показать с мысиком. Такой более спортивный, да, стиль? Размеры? 52-58. Цена? 1500? Ну, эту модель вы уже знаете, она в повторе. Они такие, ткань такая мягкая, да? Да. Приятная к телу. Размеры? 52 до 58. 52 до 60. И цена 1300. Девочки, еще вам, пожалуйста, модельки. Размеры, Ань? Размер 54, 52. Ну, свободная модель. Можно 52 до 60. До 62, да? И цена? 1500. 1500.
Посмотрите, какая цветовая гамма, зелень. Девочки, скоро осень. Самые актуальные цвета. Размеры? 54-62. Анют, я извиняюсь, а те зелененькие, которые мы сейчас показали, цена их 1500? Ну, давай нам котики. Котики, кто любитель котиков, пожалуйста. Размеры? 52-60. И цена? 1300. Девчонки, утепляемся, кофточки кашемировые, пожалуйста. Размеры? Размер? Это один размер. Модель свободная. Вот это один размер, это... Можно 46 на 50. Даже 44, мне кажется, будет как раз. И цена? Так, девочки, пожалуйста, с укороченными рукавчиком, пожалуйста, тоже модельки есть. Такой стиль водолазки, да, и вот, пожалуйста, сейчас школы, институты. Размеры? Размер 2. Два размера упаковка, но это 52 до 58 на маме. И цена? 1800. Так, следующая моделька. Размеры и цена? Размер 48-52. И скажи, пожалуйста, состав этих кофточек. Это кашмир. Кашмир? Хлопок, да. Состав хлопок? Кашмир, да. Угу, спасибо. Так, ну еще прекрасная у нас модель. Размеры? Да, я обратила внимание. Разрезик. Здесь такие вот акцентики красивые. И цена ее? 1600. Размеры? Так, девчонки, снова интересные модели. Размер... такой же, да? Такой, да. И цена? 52 до 56. Цена? 1600. И снова очередная клетка. Размеры те же и цена та же. Совет разные. Делаем скрин. Девчонки, кому нравится, делаем скрин. Отправляем Ане, пишем. Отправку сделают в любой город. И, конечно же, подписывайтесь на их WhatsApp и соцсеть. Так, любителям гороха. То же самый размер и то же самая цена. 1600. Да. Правильно говорю? А то я сейчас тебе продам тут. Ну что, девочки, любители жемчуга, как Тамара Шик. Вы знаете, что я обожаю жемчуг. Недавно была на свадьбе, у меня было красивое платье с жемчугом. Вот, пожалуйста, вам кофточки с жемчугом. Размеры? Тоже так, чуть-чуть меньше. Но они очень хорошо барьем дают. Угу. И цена также 1600? Да. Видите, я уже даже цену запомнила у Ани. Любители гусиной лапки тоже есть расцветки. Пожалуйста, девочки, делаем скрин. Размеры те же и цена та же. Это больше. Это до 60. Это до 60? Видишь, как Аня быстро ухватила ложную информацию. И цена ее? 1700. Девочки, вот, пожалуйста, еще похожая модель, немножко рукавчик такой закрытый. И здесь имитация карманов, да, я так поняла? Да, да, да. Клетка, тоже интересная моделька такая, под брючки, юбочку. И вы красавицы. Размер и цена? Это ложить какая? 1700, это размер до 60. До 60-го 1700. Хорошо. Хорошо. Я барьем покажу. Угу. 58-60. Так, девочки, снова еще показываем расцветочки. Девчонки, мы сейчас разговаривали с Аней, Аня говорит мне, что вы будете у нас тройненькие в этих кофтах. Они не дают вам и все-все убирает то, что нужно. Правильно сказала? Да, правильно. Это модель хорошая. Убирает, это похудеет дает. Размер похудеет дает. Размеры. Это 54 до 60, точно пойдет. До 60. Да, да. Так что, девочки, кто хочет похудеть, все конюты за кофточками. Девочки, вот, пожалуйста, следующая модель. Обратите внимание на рукав. У всех разные рукава, более укорочены. У кого с разрезиками, здесь более подлиннее. Вот, пожалуйста. И моделька чуть-чуть прям длиннее. Размеры. И цена? 1700.
Так, ну что, девочки, переходим к кофточкам. Надо утепляться, уже прохладненько, скоро уже начнется температура падать у нас. И мы продолжаем. Размеры? 54 до 58, хорошо. И цена? 1700. Также есть с мысиком, с добавлением нитки люрекс. И, конечно же, однотонные. Девчонки, пожалуйста, расцветок очень много. И размеры? Анют. До 62. До 62. И цена? 1700. Так, ну что, девочки, еще показываю вам с мысиком. Россыпь бисера здесь. Стразики, вернее, извините. Легкая, мягкая такая прям. Размеры и цена? До 62. И цена? 1700. Девочки, еще показываем вам модели. Кофт очень много. Поэтому, девочки, делаем скрины. Здесь идет у нас утяжечка. Кофты нарядные такие. Да, простенькие, ничего лишнего. Нарядные. Размеры до какого? 54 до 58. И цена? 1700. Так, девочки, нарядки. Пожалуйста, вам, любители бантиков. Нарядные кофточки. Размеры? Это до 60, хорошо. И цена? Да, 1700. Так, кофточки ловы-ловы, сердечки, пожалуйста. Расцветкам, по расцветкам уточняем. Тоже на кулисочке затягивается шнурочек. Размеры? Это 54 до 58. До 58, и цена? 1600. Качество очень хорошо. Качество, очень, говорит, очень, да, хорошее. И богатый модель. Очень красивый, модный. Да. Так, девочки, очередная модель. Тоже обратите внимание. Мягенькие такие рукавчики. Необычные, да. Да, да, необычные. Девчонки, кофточки прям мягкие-мягкие такие, прям приятные к телу. Размеры? Это до 52 до 58. Цена? 1600, девочки. Вот, это новый тут тоже. Пожалуйста, девочки, следующая модель у нас тоже осыпана здесь стразиками. Мягкая очень. Размеры? 54, 58. 1600. Девчонки, похожая модель, только та была с мысиком, а здесь с горлышком. Размеры те же и цена 1600. Тоже 1600. По расцветкам уточняем. Хорошие, да. Девочки, снова нарядки, пожалуйста. Посмотрите, какие интересные. Я говорю, мягкие, прям очень хорошего, да, качества. Девочки, сейчас школы, институты, учителя, пожалуйста, обратите внимание на эти кофточки. Они вроде бы как и нарядочка, ничего лишнего. Чуть-чуть акценты страз, но очень красивые модели. Красивые. Размеры еще раз. 52 до 60, 58. Точно, у нас только какой размер? И цена? 1600. 1600. Снова кофточки, снова у нас нарядки, пожалуйста. Очень интересные. Чуть-чуть добавлена так нитка. Мягкий. Да, здесь затягивается животик. Ничего видно не будет. Расцветки разные, размеры. И цена? 1600. Девчонки, снова хотим показать модели. Нет, нет, вы сейчас скажете, что мы показывали. Нет, мы их не показывали. Те были с добавлением рюрексовой нитки. А здесь идет просто обычная гладкая. Очень мягкий. Фабрика один. Пожалуйста, также с мысиком и под горлышко. Размеры и цена еще раз скажи. 1600. Размер 52 до 60. Так что, да, кто любит люрекс, кто любит гладкую, пожалуйста, выбирайте. Оля. Так, девочки, утепляемся. И посмотрите, какие интересные. Очень мягкие, очень. Такие под альпаку, да, они? Да. Как бы такие. Есть с горлом, есть тип этого водолазки, стойки. И, пожалуйста, под горлышко. Расцветки тоже разные, обратите внимание, модели. Размеры и цена? Размер это 46,50. И цена? 950. 950 рублей. Девочки, это 950 оптом. Розница? 1700, девчонки. Так, Ань, давай покажем моим девочкам, да, кардиганы. Я смотрю, они у тебя кардиганы здесь. Да. Размеры скажи, пожалуйста. Они мне 50 до 54, 56 идет.
И цена? Это 2200. 2200. И посмотрите, расцветки, девочки, по расцветкам тоже уточняете. И сюда другой цвет. И еще, говорит, другие цвета есть. Давай вот этот покажем. А эти классические, такие с глубокими карманами, размеры и цена их? Это 56-58. Смотрите, джинса красивый такой. Модель разная. А, тут разрезик. Да. И это как гон. Ага. И расцветки. И тоже 2200? Да. Так, ну давай вот эти покажем. Вот это вот размер. Кардиган. Размеры и цена. Самый большой. 54 до 60. И цена? Очень качественного. Это цена 2200. 2200. И расцветки тоже, смотрю, разные. По расцветкам уточняйте. Модель тоже разные. И это карман тоже есть. Угу. И у нас фабрика один. Они не будут скасывать. Тоже 2200? Да. Качество очень хорошо. Все не будет, говорит, скатываться. Так, ну давай покороче покажем. Вытаскивай там оттуда. Вот одну вытащи. Угу. Это у нас это 2000. Они чуть-чуть покороткие. И видят тоже карман. Чуть-чуть покороткие. Да. И расцветки. Смотрите, разные, фуксия. Да. Разные. Много. Угу. Но здесь есть. Анют, смотрю, водолазки. Еще у вас водолазки. Большие. По размерам скажи. Да, у нас размер есть. Вот видите. Стойка есть, кола есть, и материал, посмотрите, очень качество хороший. Я стора товара туда-сюда не скасываю, материал мягкий, очень хороший, садит, посадка хорошо. Размер есть самый маленький, можно 44 до 50, 50 до 56. И здесь есть, видите, горло разное, да? Да, есть стойка, есть горло. Ага. Вот. Это 56 до 60, это 60 до 64. Вот большие, скажу. До 70 тоже есть. О, до 70-го. Да. Честно. А скажи, пожалуйста, и по цене сколько они? Они большой 1000, другой 900. Ага. Нормальная цена. Хорошая цена, хорошая, да. Хорошая, качественная. Так. И у нас можно сразу здесь. Давай. Кофты? Вот, кофта, да. Давай. Это тоже очень большие размеры. У нас очень много. Один фабрика. Цена? Цена 1600, 1700. Вот. Видите, нарядки. Да, нарядные. На юбке и на брюки. Мы показывали, да, такие. Да, разные модели. 52, 54, 56, 60. Это обычная у нас товара. Вот. Очень красивые. Очень богатые. И видите, теплые. Этот очень красивый. И цена их? Это 1700. 1700? Да, толстый. Давай, ага. Размеры? Размер один. Вот это один. Угу. Они 52 до 58. 54, 56. Угу. Вот. Это. Роза. Да, очень красивый. Размер, цена? 1700. 1700. Так, дальше. Да. Листай нам. Вот шарики. Материал очень хороший, теплый, как кашмир. Кашемир. Толстый. Угу. Так, сейчас надо утепляться. Размеры, цена? 1700. 1700. Да. Я поняла, что у тебя кофты получается 1500, 1600, 1700. Один фабрика, один цвет. Видит, очень мощный. Очень красивый, разный цвет. Угу. Так, давай вот эти вот покажем. 1700 тоже. Это... Рукавчик покажи нам, какой очень интересный. Угу. Очень. Так, давай следующие. Ага. Вот эти покажем. Вытаскивай, ага. Вот. Это классики. Классика. Да. 1500. 1500. Вот тоже давай кофточки. Очень, а эти какие размеры и цена? Это размер, это вытащи рука, тоже, да, интересный. Богатый. Размер 54 до 58. И цена? 1700. 1700. Да. Вот это как пиджаки, как кардиган. Кардиган, да. Да, как зембра. Цена? 56 до 60, это цена 1700. 1700. Да. Так, давай. Кнопок чистый. Ой, эти вот расцветки разные. Разные, да. И рисунок разный. Да, очень, да, да, красивый. Вижу. Ага. Разные, вот эта клеточка такая интересная. Да. Вот, пожалуйста, для учителей это уже можно. Да. Ничего лишнего, такая будет, да, интересная. Да. Поэтому, девочки, давайте.
Так, давай вот эти покажем кардиганчики. Ага. Под альпаку, да? Размеры и цена. И цена? Девочки, обратите внимание, что есть и с замком, и пуговички, да, такие да. Интересные. Модели разные, расцветки тоже, поэтому уточняйте. Еще раз скажи размеры и цена. Это размер замки, они больше идут. Можно 66-68 идут. Даже 66? Да. Ой, какие они мягкие, да. Девочки. Кто их наденет, по-моему, уже не снимет. Это настолько они мягенькие. Прям. Как альпак, да. Да, под альпаку. Прям очень рекомендую. 700. Так, девочки, еще мы показываем вам расцветки. Расцветки тоже разные. Пожалуйста. И цветами также есть. Есть чуть-чуть, короче, есть чуть-чуть длиннее. Поэтому... Замок очень большой. До 68 лизов. И цена еще раз? 1700. Так, девочки, хотим также вам показать жилеты под альпака. Посмотрите, какие шикарные. Есть укороченные. Вот, пожалуйста, очень на Оле большой. Беленькая. Также есть длинные. Кулисочка тут затягивается. Кармашки, пожалуйста, глубокие такие. Хороший телефончик можно положить. Здесь идет более удлиненный. На замке, очень на пуговичках. С карманами накладными, с карманами по бокам. Рисунки разные, очень большая пройма. Ручки у кого большие, пожалуйста, пройдете спокойно. И самое главное, Аня, размеры и цена. Самый большой 62. До 62-го. Смотрите, если замок очень большой. И цена? 2200. А коротенькие? Короткие тоже так. Так же, да? Угу. Спасибо, Олечка. Посмотрите, девочки, и расцветки. Даже есть зеленые, большие белые. Вот, пожалуйста, укороченные. Такая и модель. И баклажан. Разные расцветки. Так что уточняйте. Также, говорит, костюмы есть. А, спандекс, да, идет? А здесь идет хлопок, да? Размеры и цена? До 60-го размера. Так, ну и, конечно же... 3200. Расцветки тоже, да, разные? Два. А, две, серый и зеленый. Так, скажи мне, пожалуйста, теперь про альпаки. Давай, размеры. Так, девочки, мы надели на Олю вот такую шикарную. Кто не знаком, кстати, знакомьтесь, а то мы как-то... Вот, пожалуйста, Аня как ухаживает за Олей. Смотрите, какая шикарная расцветочка. Расцветки в сером, я насколько знаю, там идет. Какие расцветки? Разные, да? Это, Ань? Серые, капучины, субъект это. Что субъект это? Размеры и цена их? Размеры, это, видите, девушка можно. И самый большой, 56 можно. Да? Вот это. А это больше, до 60 можно. Есть с карманами, они есть? Они все один размер, но они так идут. Есть меньше, есть побольше. И с капюшоном модель, есть. Да. Все модели, модные, новенькие. И цена? 2500. Девочки, смотрите, какая красивая леопард. Кто любители, бон пожалуйста. Бон-банто. Размеры и цена их? Много цена, это 3. Угу. А великан у нас тоже есть. Есть? Да. Размеры самый большой? Ой, самый большой, 68 спокойно. Посмотрите, какие расцветки нам уже Оля достала, пожалуйста. Анют, достань, пожалуйста, красную вон за спинкой. Прям тоже хочется ее показать. Яркая, красивая, девочки. С капюшоном, без капюшона, стойка, воротник. И самое главное, цена 2. А, 3000 это уже? Да, а то я уже сейчас собралась тебе продать полупальто, говорит. Угу. Белый леопардик. Размеры и цена его? 3000, да? Очень классная, богатая. Девочки, не 3, а 3500. Необычно. Необычно. Супер-пупер? Супер-пупер. Смотрите, какие кармашки. Расцветка только такая, Анют? Угу. А размер? Размер вот так худое, 48.
Один размер. 48 и до 54 можно надеть, да? Угу. Шикарная. Великаны, размер это самый большой. Великаны, какой сын? Кто это где-то беда большие? А у кого большие бедра? Да, они вот так. Ага. Закрывают. И цена ее? Это 2800. 2800. Расцветки тоже. Да. Есть синие, есть покалазарные, есть черные, есть кабульчины. Вообще альпак у нее очень много, девочки. Так, давай вот эту вот покажем. Что это здесь у тебя? Это поменьше размер. И цена их? Это цена 2500. 2500. Баклажан есть вот тоже. Это молодежка, да? Да, молодежка. Давай, Оля, давай покажи. Это маленький размер. Курточный вариант. Курточный вариант такой вот молодежки. Да не только молодежка. Вот смотрите, на Оликах хорошо. И цена? 2500. Размеры и цена? Размер это 54 до 60. И цена? 2500 и в синем цвете. Так, ну давай покажем вот эту гусиную лапку. На. И в белом цвете, и в черном. С капюшоном. Так, девочки, хотим показать тоже вот интересную одели модель на Олю. Капюшончик, рукавчики, акцент однотонными такими сделали. И карманы глубокие, спинка тоже. Расцветка гусиная лапка. И получается еще у нас в черном цвете. Размеры, цена ее? Размер 2500, размер 54 до 58-60. Спасибо. Так, девочки, смотрите, также со вставками барашка. Очень красивая, модная, стильная модель. Расцветки тоже есть разные. Уточняем по расцветкам. Размеры и цена? Размер это 50 до 54, хорошо. И цена? Цена 3. 3000? А скидка будет для моих подписчиков? Хорошо. Будет. Напросила скидку. Также, девочки, хочу показать еще модели. Вот Аня нам вытащила на замочки. И с глубокими карманами. Размеры и цена? 2500. Размер 54 до 58-60. Так, девочки, еще хотим показать модели с карманами, со стойкой. Размеры и цена? Размер это 52 до 54-56. Все красивые, модные. Приходите и бантангуйте. А эти сколько стоят? 2500. 2500. Да, очень модные, очень качественные, хорошие модели, много, все новенькие. Также мы хотим под альпаку пальто показать. Размеры? Размер это 52 до 58, хорошо. И цена? Они тоже чуть-чуть 300. Это 3. 3000. Так, покажи, что там еще есть. Пожалуйста, девочки, это уже подлиннее, да? 3000. Так, расцветок тоже очень много, поэтому, девчонки, выбирайте, приходите. Это капюшонный, очень большой, это до 60-62 можно. Это тоже 3000. Так, девочки, также хотим показать рубашки. Всегда сейчас вместо пыльника, пожалуйста, футболочку пододели. Размеры и цена? Размер это 44. 44 по 54. Да. И, пожалуйста, и цена? Это 1600. 1600. Да. Не можно, как это, там топский бантом одевать. Да. Это капюшон. Есть капюшон, а есть без капюшона. Радный совет. Угу. Приходите, будет танкуй. Так, пожалуйста, вот сейчас тоже на прохладную погоду такие пыльнички. Размеры, цена? Это 52. Цена? 2. Так, девочки, надели на Олю вот этот вот пыльник, такой легкая джинса, да? Да. Покажи, пожалуйста, нам расцветки. Размеры какой? Вот XN до 3XN. Это, смотрите, самый большой, это можно идет. И цена? 2000. Так, девочки, снова такой пыльничек.
здесь идет, мы уже показывали спортивные костюмы, да, мы показывали. А это идет уже отдельно, да? Да. Такая вот спандекс, да? Да. От да. спандекс такая ткань. А ворон, со спинки ворон. Идет хлопок, да? Да. А, или трикотаж, или хлопок? Мягкие, хорошие. Ага. Размеры? Размеры 52 до 60. И цена? 1800. 1800. Так что, девочки, посмотрите, какая красота. Да. Прохладную погоду. Очень так, девочки, да. Также есть другие виды этих кардиганов. Посмотрите, и расцветки. Да. Пожалуйста. Размеры нет, их. Однотонные. Вот спортивные да. такие. Цена их тоже? Это сколько? Дешевле. Это 1600. 1600. Нет, есть с буквами, есть без букв. Пожалуйста, пишите, звоните Ане, не давайте ей отдыхать, пусть работает. И, конечно же, хочу вот эти показать костюмы. Ань, размеры и цена этих костюмов? Это костюм размер 52 до 58. И цена? Да, это 2500. 2500, смотрите, и расцветки тоже разные. Так. И хочу показать вот эти брючки. Брючки в какую цену? Брюки это 1500, а это 2200. Они более поплотнее. Да, плотные. А вот эти сколько? 1500. Размеры? Самый большой 62, самый маленький 50. Так что, девочки, кого интересуют брючки, тоже, пожалуйста, звоните, пишите. Бомберы. Бомберы, размеры? Размер супер, самый большой, может 62, 64. 62, 64, цена? Это 2000. Ну что, дорогие мои девочки, вот сегодня побывали в гостях у Ани на 1D18. Девчонки, приходите, заказывайте, подписывайтесь. Еще раз покажу вам, вот так пройдусь, ассортимент кофты. Также есть и с коротким еще рукавчиком, также есть и рубашечки еще не... Так что, если, девочки, кого-то интересует, пожалуйста, спрашивайте, звоните. Кардиганы мы показали, кофты показали, пыльники для вас, брюки и, конечно же, блузки. Вот такой большой ассортимент у Ани. Анют, спасибо тебе огромное. Олечка, тебе тоже спасибо огромное. Оля была сегодня первый раз на камеру, но очень уверена была. Спасибо тебе огромное за то, что ты тоже надела на себя модельки. И, конечно же, дорогие девочки, пишите, звоните, заказывайте. Ну, а мы не говорим до свидания, говорим до новых встреч. И Аня, да. на звонки отвечать, успевать, Олю подключать. Всем пока-пока. Всегда ваша Тамара Шик и 1D18. Всем пока.